Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте я покажу, в каком состоянии сейчас находится наш садовый центр. Открытие, я думаю, у нас произойдет числа 17 апреля, сразу после Пасхи. Но немного позже мы будем точную дату сообщать, мало ли погода изменится. Вот так вот выглядят хвойные. Пока что не занимались ими, честно говоря. Не расставляли. Они вот как были на зиму в куче, так и есть. Деревья мы уже начали активно приводить в порядок. То есть сейчас клеят правильные ценники, расставляют по сортам, расставляют таблички, и все в этом духе. Здесь у нас будут розы. Розами, как вы понимаете, мы еще не занимались. Но зато там вдали стоят ягодные. Смородина, крыжовник, малина, жимолость. Ими как раз сейчас и занимаются девочки.